В среду, 27 января, состоялось заседание Рязанской областной думы. Депутаты предложили две кандидатуры в состав Общественной палаты региона. О том, кто заменит Елену Митину и Александра Кострова, перешедших на другую работу, рассказал представитель комитета по регламенту, мандатным вопросам и депутатской этике регионального парламента Игорь Мурок. В соответствии с положением закона Рязанской области об Общественной палате Рязанской области, Рязанская областная дума должна утвердить новые две кандидатуры. Учитывая результаты проведенных консультаций, мы проводили консультации с общественными объединениями, объединением некоммерческих организаций, также высшими учебными заведениями, творческими союзами и рекомендациями депутатов областной думы, и на основании статьи 7 комитет рекомендует депутатам областной думы предложить для включения в состав Общественной палаты следующих кандидатур. Бартанцков Игорь Владимирович, заместитель председателя Совета Рязанского областного отделения Всероссийской общественной организации ветеранов боевых братств, Исаков Сергей Алексеевич, профессор кафедры дерматовенерологии Рязанского государственного медицинского университета имени Павлова. Прошу поддержать. Спасибо.